рыба висит? Да. Нифига себе косячок. А мы сейчас вот там. Ты видел? Я заснял это, не просто видел. Мы сейчас спустимся. Она прыгнула. Она сожрала какую-то... Муху. Муху. Давайте вот так пойдем и вот так спустимся. Даже можно обдумать. Я не просто как крокодил. Миша, ты сейчас упадешь. А, да, наверное, все-таки лучше по лестнице. Так ты говоришь, здесь экзекутив центр? Да, оказывается, экзекутив центр. Ну расскажи, что это. Ну, так это все, что я знаю. Я знаю, что он построен 20 лет назад. У меня есть смутное подозрение, что он проектировался не кем-то совсем простым и случайным человеком. Интересно почитать об этом. Вот, это примерно все, что я знаю. Но 20 лет назад, это, извини меня, 90-е годы. Я считаю, что в 90-х это уже было немножко слишком. Уже было очень... Да, это было уже время простоты. Да, это было уже время заката. Хотя, наоборот, может быть, с 90-х до 2000-го денег не считал. И это... Что творится вообще? А почему это никто не ловит, никакие цапли не прилетают? Тут нету цапель, тут лебеди есть, и то обожранное. Угу. Как рыбы не сожрали лебедя еще до сих пор? Посмотри, они идут к нам. Жрать хотят. Нет? Нет, такие, такие кушают. Не, не кушают. Он не взял. Он думал, что это муха. Когда думал, они только на лету берут. Да. О, мой гад. Наташа, тащи! Наташа! Миша, отойди от края, ты сейчас стащит. Я не боюсь. Наташа, они просто тут это, творят. Если я туда упаду, они сожрут меня. Безумная рыба. Обалдеть можно. Тут они дискет кушают? Я дискусами занимался, мне это надо было. Я думаю, тут они кушают постояльцев. Ой, и лебедь пришел. И лебедь пришел, да. Значит, еще. На. Это будет хитом вообще. Опа. Хитом. Да? Конечно. Лобуи. И пошло. Пошла, поехала. Война. А лебедь просто... Лебедь, ты с нами ходишь, да? Ну, давайте на суши. Вот так, хороший. Я ему дал траву. В Москве лебеди едят траву. Смотри, рыба его сейчас... Вообще, это чтобы ужасно. Лебедь вот так вот подошел, да. А они просто вообще подошли, и я не знаю, честно слово. Что творится? Такая обжираловка, блин. Да. Такого я еще никогда не видела, и чтобы они были такого размера. Не, ну кое мы видели этих в японских этих садиках. Да, ну там 5 штук запустят, да. Уже счастье. Лебедь подавился. Да. Чего? Он чихает. Чихает. Он не подавился, он чихает. И все, они уже все здесь. Ага. Представляешь, какой бы тут ухаба получилась? Это же карп. Карп, да. Во-во. Все, у меня есть. Я больше им не буду давать. Чего? Только жрать, господа. Да они не, большие, им же нужно. Они и так. Они тут, им прекрасно, судя по их количеству, им хватает. Им хватает и да все. Ой, Миша, ну снимай, не понимаю. А я что делаю? Слышу себе. Сейчас они уже прыгнут на берег. Давай. Да, они тут как пишут, что не уронят, пожалуйста. Не буду, не буду. Ну ничего, ну просто хорошо. Так на ферме. Я таких здоровых их никогда не видела, чтобы они были такие большие. У меня голова кружится. Они так кружатся на одном месте. По-моему, они со своего озера. Потом они...